Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете? Пожалуйста. Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили. Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. А дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных домашних целях. И сколько раз я вам говорил? Я в отпуске, и потому работаю дома. Вообще мои опыты абсолютно безопасны. Я вам, как представитель общественности, заявляю прекратить. Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом? Ну? А это?
А это еще что? Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу. Ну что ж, придется повысить напряжение. Опасно? Конечно, опасно. Но риск, как говорится... Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней легко, легко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда. А потом не найдут никогда. Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Зюзина, я не считаю. Никогда я так не волновалась. Ну ладно, пошла. Ах, Шурик, Шурик! Твой аппарат тебя погубит. Ну, ведь нельзя же так. Мой аппарат, Зиночка, меня прославит. И тебя тоже. Да? Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик? Ну, перчатки. Что перчатки? Ой, да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершилось. Только не возражай мне и не нужно сцен. Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский. Нет, не угадал. Зуперман? Опять не угадал. Ну ладно, не будем играть в прятки. Это кинорежиссер Якин. Так, 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 так. Однако это странно. Это первый раз в моей жизни. Ему сообщают, что жена от него уходит, а он так, 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 так. Даже как-то невежливо. Он это, как его, блондин высокий. Ну уж это безобразие. До такой степени не интересоваться женой.
Блондин Молчановский. Ну, запомни это уже. Молчановский. А Якин? Якин талантливый. Что? Ты спрашиваешь, где мы будем жить? Сегодня мы уезжаем с ним в Гагры выбирать место для съемки. А потом? Потом ему должны дать квартиру. Ну, если, конечно, он не врет. Наверное, и врет. Ох, как это глупо. Из ревности оскорблять человека. Ну, не может же он каждую минуту врать. Я долго размышляла во время бессонных ночей и пришла к выводу, что мы не подходим друг другу. Пойми, Александр, я вся в кино, в искусстве. Однако я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал. Не надо. Ты думаешь? Уверен. Ага. Ну, прощай, Шурик. Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила о Ване, Капитолина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала. Куда уехала? С любовником на Кавказ. Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек. Извините, Ульяна Андреевна, я занят. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны. Антон Семенович, вас. Кто спрашивает? Какая-то женщина. Не закрывайте рот. Я слушаю. Антон Семенович, здравствуйте. Вы до которого сейчас сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет-нет, не знакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. Жду. Ну-с, продолжим. Это я удачно зашел. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Но какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело. Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Так что же вы от меня хотите? От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле? И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите
а то мы сами заявим. Постойте, подождите. Ничего в этом аппарате нет подозрительного. Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое. Уйти в прошлое? В прошлое. Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов. Подождите, Иван Васильевич, этот аппарат принесет неслыханную пользу. Я вам сейчас все объясню. Ну все. О. А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство. Куда стенка девалась? В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была? Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую машину изобрели? Да ну вас к черту с вашей стенкой! Да к черту! Полквартиры исчезла! Ничего и не сделалось! Как это так? Ничего не сделалось? Как это так? Видел чудеса техники, но такого! Простите, а вы кто такой будете? Кто я такой буду, вы говорите? Да. Я друг Антона Семеновича Шпака. А что вы делаете в его квартире? Что я делаю? Да. В его квартире? Да. Дожидаюсь моего друга, а вы что думали? А как же вы попали в его квартиру, если он на работе? Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы? Не обращайте внимания. Понимаете, я пронзил время. Я добился своего. Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать? Стенку. Вашему изобретению цены нет. Поздравляю вас. Благодарю. А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут. Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака. Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку? А фамилия ваша как? Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку.
Нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась. Я очень рад. Вы первый, кто увидел, вы, так сказать, первый свидетель. Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете. Вы представляете, что вы видели? Еще бы! А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение! А вы с магнитофоном пришли к шпаку? Поймите, стенка здесь ни при чем. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу пронзить пространство, я могу проникнуть во время, я могу двинуться на 200, на 300 лет назад. Да. Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Тьфу на вас. А какая машина? Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз. Я не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву. Отдумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву без санкций соответствующих органов. Минуточку. Кто ты такой? Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя... Тихо. Понял. Действуйте. Я волнуюсь. Смелее, я здесь. При небесном усилению преподобному игумну Козьме. Козьме? Царь и великий князь сия Руси. Сия Руси? Челом бьет. Пиши далее. Смотрите. Ведь это же... Иван Грозный, иди ты. Мама мия. Демоны! Сгинь! Пропади! Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу. Ой, нечистая сила. Стойте! Сгинь! Куда вы? Сгинь! Подождите! Фу, пропади просто! Куда вы? Ты куда звонить собрался? В милицию! Положь трубку. Чего? Положь трубку. Чего? Чего положь? Трубку. Не положу. Ложи трубку. А почему это? Ложи трубку, я тебе говорю. Положи трубку! Тихо. Задавлю шляпа! Где демоны? Ой, да! Подождите!
замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает. А где царь? Закусывать надо. Они кричат. Да они не могут кричать, они давным-давно покойники. Видали, как покойники стреляют? Отворяй, собака! А кому это он? Вам? Мне? Еще раз, ты не демон. Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я! Ой, не лги, царю лжешь. Не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есть. Очень его. Хорошо, я прекрасно понимаю, что вы царь, Иван Васильевич. Увы мне, Иван Васильевич. Увы мне, кудесник, отправляй меня назад. Ну не могу, видите, из-за этого проклятого бердыша. Кудесник. Спасибо, Иван Васильевич. Произошло замыкание. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно. Так покупай! Магазин закрыт, обеденный перерыв. Ох, горе мне. Успокойтесь, Иван Васильевич. Горе мне. Вы... Водку пьете? Анисовую. Так. Анисовой, к сожалению, нет. Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная. Пейте. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело. Здрав будь, боярин. Будьте здоровы. Клюшница водку делала. Пускай будет клюшница. Закусывайте, закусывайте. Ты такую машину сделал? Угу. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну-ну-ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает. Зачем же так круто? Нет-нет, я не пью. Я не пью, Иван Васильевич. Спасибо. Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич. Тогда пей. Немножко. Стоп. Ну? Здрав буди. Ваше здоровье. Так это, стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные. Ну уж, конечно, не царские палаты. Ну уж, конечно. Все-таки отдельная квартира. А боярыня твоя где? В церкви, что ли? Боярыня моя со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала. Врешь! Ей-богу. Ловит?
Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж опошлё. Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы. Добрый ты человек. Господи, боже мой, что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин, боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы. Минуточку. Я занят. Позвоните попозже. Я с тобой пойду. По улице? Нет, нет, Иван Васильевич, это исключено. Ждите меня здесь. О, Господи. Только ты, боярин, поскорей. Да я и сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет? Да головы им отрубят и всего делов. Всего делов. А? Да пес с ними. Шмотки. Одевайся. Царем будешь. Ни за что. Одевайся, убью.
поговори, хоть ты со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой, а ночь такая лунная, игра, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Да еще много-много раз. В чистом поле Васильки, дальняя дорога. Сердце рвется от тоски, а в глазах тревога и страх. Да еще раз, да еще много-много-много-много раз. Эй, да еще раз. Да еще много-много раз. Ну, как? Ой, не похож, ой, халтура. Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье мое. А так, понимаешь, у того лицо умнее. Вот лица попрошу не касаться. Садись. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй. Что диктовать-то? Ну, царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Царь, великий князь, повторяй, всея Руси. Да не повторяй, повторяй. Тихо. Так вы говорите, царь и великий князь написал, запятая. Куда это наш секретарь запропастился? В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? Продолжайте, Ваше Величество. Челом бьет, точка с запятой. Так я жду ответа на поставленный мною вопрос. Царь тут, царь тут, тут, царь, царь тут, царь тут! Сидеть! А где же ему быть? Царь всегда на своем месте. Не велико ты, не великий государь, найдется! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хватит! А демонов-то и нету! Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить. Ты кто такой? Ой, Феофан? Дьяк посольского приказу. Хорошо, Федя, останься здесь. А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон. Рявкни на них. Вон! Невелико сидеть, великий государь, надежно! Ну, довольно ковыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит. И? Что ж тебе, государь, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аль, хворь приключилась. Ты не молчи, как пень. Я же не могу один работать. Зубы болят. Периостит у него. Флюс. Не приставай к царю! Служусь! Федь, ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать. Будем знакомы. Не гневайся, боярин. Не признаю я тебя. Аль ты князь. Я? Пожалуй, князь. А что тут удивительного? Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Батюшка царь, кто же ты такой? Это приятель Антон Семенович Шпага. Ой, дурак. Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас? Чур! Сгинь! Что сгинь! Такое? Опять не слава богу? В чем дело? Да ведь казнили тебя на медне. Вот это новость! Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя. Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь?
О, вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного вот как звали, а? Ванька-разбойник. Ага. А я наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Вот, пожалуйста. Чьи-то они там опять разорались. Где ты, Федюш, узнай. Слушаюсь. Тарья! 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 Шайбу! 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 Служивый люд царя спасенного видеть желает. Радуется. Нет, это отпадает. Некогда. Радоваться потом будем. Слать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Молчит проклятый. А что, Феденька, войны сейчас никакой нету? Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают. Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Да. Как же вы допустили? Не буди казнить! Встань, Федор. Я тебя не виню. Садись. Пиши. Царский указ. Приказываю. Послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь. Точка. Подпиши, великий государь. Я не имею права подписывать такие исторические документы. Да я не имею права подписывать. Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Вы ее давным-давно взяли. Да? Ну? Это вы поспешили. Не вели казнить. Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Ну, ступай. И чтоб духу их здесь не было через 5 минут. Прощается, кольчугой он звенит, и нежно говорит, и плачь, и плачь, Маруся, красавица. Маруся молчит и слезы льет, от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Душа ее поет, кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Ну,
пошли дела кое-как. Что же это изобретатель свою машину времени назад не крутит? Господи, какой скандал меня дома ждет. А что такое? Я же не сказал Ульяне Андреевне, куда я пошел. А, да-да, конечно. Нет, это оно. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело... Александр Сергеевич, извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. Скажите, Иван Васильевич не у вас? Его по всему дому ищут. А нам все равно, твердо верим. И зачем я открылась этому святому человеку? Шурик, ты дома? Шурик? Шурик! Я чемодан подлеца Якина взяла. Мало того, что эта истеричка устроила скандал на студии, она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета. Карп Савельич, я просто не верю своему счастью. Жди меня, и я вернусь. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Я думаю, Зинаида Михайловна, вы прекрасно понимаете, после того, что вы учинили на студии, между нами все кончено. Карп Савельич, вы негодяй. Попрошу вернуть мой чемодан, а вот ваш. Надеюсь, все мои вещи целы? Ах, негодяй! Подлец! Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами, гениального изобретателя. Еду к этому подлецу! Боже мой, какой текст, какие слова! Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до отъезда я застаю у него какую-то кикимору, которую он хватает за руки и вообще ведет себя как последний мерзавец. Я проходил с ней сцену. Истеричка – это моя профессиональная обязанность. Профессион де фуа. Хватит! С меня довольно! Я ухожу от вас к режиссеру Будимиру Косому. В его постановку Борис Годунов. Ха-ха, косой халтурщик. А вы бездарность. У него я буду играть царицу. У Косого никого нет на роль Иоанна Грозного. Что? Нет Иоанна.
Да я уже репетировала с ним. Где репетировали? Здесь. Вот в этой вот комнате. А кто играет Бориса царя? Кто? Какого Бориса царя? Бориску? Что это такое? Бориску на царство? Как, вы действительно репетируете? Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти. Боже, какой типаж. Браво, браво. Прошу вас, продолжайте. Ты по что боярыню обидел, смерть? Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин. Нет. Боже мой. Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Как же вы скрыли от меня это? Ах ты, бродяга, смертный прыщ! Ты что, спятил? Вот а тебе, сукин сын! Кеша, это не остроумно! Что ты делаешь? Ну, боже мой! Ах, негодяй, сукин сын! Ты злодей несчастный! Это настоящий царь! Ну, хулиганство! Вот, на помощь! Спасите милицию! И на колени, червь! Попался прелюбодей, сукин сын Йокин! Молись, щучий сын! Прощайся с жизнью! Ах, это вы репетируете, Зинаида Михайловна? Репетирую. Какая же это репетиция? Позвоните в милицию. Гуды! Я здесь. Натурально, как вы играете. И царь какой такой типичный. На нашего Буншу похож. Ага. А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти. Ты чьих будешь? Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих? Чей холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Ух, сущий глупый холоп. Я извиняюсь, но что это вы все холоп да холоп? Что это за слово такое? Это он из роли. Ну, вот роль такая. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас, то дворовый. То обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар! Ну, любострастный прыщ, живота или смерти просил боярыни. Живота! Пощади его, великий государь! Живота. Ну, будь по-твоему. Выслушайте меня, Карп. Только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иван Грозный. Помните, я вам говорила про машину времени. Так вот Шурику удался этот опыт. Он же мог меня зарезать. И, между прочим, правильно бы сделал. Бред. Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер. Кто умер? Я не про вас это говорю. Это другой, который умер. Который... Ты боярыню соблазнил? Я. А есть... Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, житие. Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски. Паки? Паки. Иже херувимы, ваше светство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли. Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь? Языками не владею, ваше благородие. Любишь боярыню? Люблю. Безумно.
Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзно. Чего ж тебе еще надо, собака? Ничего не надо, ничего. Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее. Прошу вашей руки, Зинаида Михайловна. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. Ну, борода многогрешная, ежели за тобой что худое проведаю. Клянусь. Не перебивай царя. Слушаюсь. Жалую тебе шубу с царского плеча. Благодари, благодари. Вельми, понеже, весьма вами благодарен. Великий государь, вам нельзя в таком виде оставаться. Мало ли что могут подумать. О, Господи, Вседержитель, ведь я-то забыл, где я, Господи. Забыл. Переоденьтесь, Иоанн Васильевич. Ой, бесовская одежа. Ух, искушение. У меня путаются мысли. Шуба, царь. Иоанн Грозный. Да перестань ты нервничать. Ну и Иоанну Грозный. Ну что тут особенного? Пойди лучше помоги царю переодеться. Слушаюсь. Алло, Вава, ты сейчас упадешь. Господи. Да чего же на нашего Бомжа похож, а? Что вы, вам очень идет. Дорогой царь, нам пора. По элику мы зело на самолет опаздываем. С катертью дорога. Позвольте вас поблагодарить за все. А вы очень темпераментный человек. Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую! Трогай! Ух, красота-то какая! Лепота! Лепота. Перекур. Посол шведский! В чем дело, фей? Ой, посол шведский! Принять просят! Ведите гражданина посла. Сдвинь брови. Сдвинь брови. Гроссер Кейк, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen Tränendiener, zu ihnen
цар и великий князь Иван Васильевич усорусся. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Феденька. Надо бы переводчика. Был у нас толмач Немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его и в кипятке и сварили. Нельзя так с переводчиками обращаться. Шведский армен Роберт Харт. Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. Гитлер кабут. Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны. Кемского вас. Правильно. Совершенно... Совершенно правильно. Послушайте, товарищ, можно вас... Минуточку. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься. Так что передать, мой король? Передай твой король мой пламенный привет. А кемская власть? Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Да, кстати, вам от меня лично маленький сувенир. О! Держи. Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао. Все свободны. Да, конвой тоже свободен. Конвой свободен! Ты чего, отец, ползаешь? А, посол рыцарский орден с груди потерял. О, нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял? Да что ты, что ты? Ты не брал? А может, за трон закатился? Нет. Ну, нет так нет. От горя. Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что, царская морда, намекаешь? Татарский князь Едыгей! Государю! Нет. Сколько можно? Прием окончен. Обеденный перерыв. Царь трапезничать желает. Это сон какой. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое? А, почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Красота. Ну, царь, вздрогнули! Вздрогнули.
Лепота. Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Ты что напялил-то на себя? Магнитофон импортный, пиджак замшевый. Он же пьян. Портсигар золотой отечественный, ничего же нет. Он же на ногах не стоит. Ты куда? Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик. Оставь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе. А ну пошли сейчас же. Да ты ведьма! Иван Васильевич, вы успокойтесь. Ух, ведьма! Честно признаться, да. А тебе чего надо? Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста. Как челобитную царю подаешь? Позвольте, вы не хулиганки. Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам, коллективную. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься? Алло, алло, психиатрическая больница. У моего мужа белая горячка. На людей кидается с ножом. Остановитесь! Мошенник! Уберите ножик! Ножик. Вы гляньте, гляньте на нашего активиста. Это же вооруженный бандит. Смерть! От смерда слышу. Холоп! Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп. Милиция! Милиция! Умоляю вас, подождите, это не бунш. Как это не бунш? Это Иоанн Грозный. Настоящий. Я занят, позвоните попозже. Боже мой, что делается? Я открыл вам тайну. Вы порядочный человек, ну умоляю. Обещайте молчать. Ну что вы, даю честное, благородное слово. Спасибо, спасибо вам. Что вы? Алло? Милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное, благородное слово. Жду. Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет. Ты это ладно. Федь, ты что там? Ой, вот это... Жмешься около почек. Ой. Иди сюда, не стесняйся. Ой. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают? М? Сделаем. Вздрогнули. Зариться к тебе, великий государь. Видеть желаю. Зря снял. Федя, иди к почкам. Зря снял. Не царская у тебя физиономия. Чего-чего? Ну, попрошу. С кем говоришь, холоп? Дорогая царица, очень рад. Очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Прошу вас к нашему столику. Сюда, прошу, пожалуйста. Попрошу вас. Так. По-моему, мы с вами где-то встречались. Ты что плетешь, гад? Но. Человек, человек! Официант, почки один раз стоится. Не, простите, одну минуточку. Простите, ваше имя, отчество? Марфа Васильевна я. Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Димочка, крудомодный?
Ой, что вы, а что? Ну, не откажите. Будьте здоровы. Вот вы говорите, царь, царь. А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются. И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела. Марго, вы единственный человек, который меня понимает. Ну, еще рюмочку под щучью голову. Ну что вы, что вы. Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета? О, да ты, ваше благородие, нарезался. Но. Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гряньте нам что-нибудь! Гостиная туча закусилась. Туча! Камни сильные громы пьянули. Громы! Куда едет собака крымский царь? Собака! Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь. Распустились тут без меня. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, это нам не тили-тили. Это мы не тролливали. Спокойно, Ваня, будет сделано. Простите, как ваше имя, отчество? Марфа Васильевна. А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Да ты, батюшка, только скажи, как. А мы перейдем. Все, тихо. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря.
не зря, не напрасно было. Взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий. Дорогой самодержец, мы пропали. Я требую продолжения банкета. Как пропали? Почему? Скорее, князь, возвращай меня обратно. Через 3 минуты все будет готово. Сейчас, Иван Васильевич. Вы пока переоделись в свое царское. Фу, черт. Курите? Не курите. Правильно делайте. Я тоже не курю. Ну, а все-таки кто вы такой, а? Аз есть царь. Кличка. Тихо. Фамилия? Рюриковичи мы. Имя, отчество? Иоанн Васильевич. Иоанн. Год рождения? 1533 от Рождества Христова. Шутим. Тоже мне тропунька и штепсель нашелся. Тихо. Где живете? В палатах. В каких палатах? Адрес ваш. Да ты скажи, какая вина на мне, боярин? Тамбовский волк тебе, боярин. Квартиру Шпака выбрали? Шпака? Да. Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал. Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница! В чем дело, граждане? Вы кто? Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику. Врешь! Какой ты мне жена, старуха! О, допился до чертиков. Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать. Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным. Белая горячка. Типичный случай. Ой. А как настоящая фамилия этого больного? Бунши Иван Васильевич. Врешь! Ведьма! Фу, видеть его не могу! Внимание! Приготовились, Иван Васильевич! Живем брать самозванцев!
посла Сандера! Иван Васильевич, торопитесь, прощайте. Живы? Живы. Рассказать никто не поверит. В милиции поверят. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган. Великий государь! Одну минутку. Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит. А, это вашего друга Шпака сегодня обокрали. Что вы говорите? Ой-о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 й. Угу. Еще одного задержали, товарищ лейтенант? Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Вы кто такой? Бунша Иван Васильевич. Значит, вы утверждаете, что вы якобы Иван Васильевич Бунша? Ну, ваши документы? Дома оставил. Минуточку. А кто может подтвердить вашу личность? Кто? Ну, кто угодно. Хотя бы жену мою спросите, Ульяну Андреевну, она всегда подтвердит. Так. А вы в чем-то хотели чистосердечно признаться? А, ну да, каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского временно являлся исполняющим обязанности царя. Какого царя что? И вы царь? Царь! Ну, цари, Иван Васильевич Грозный. Лжешь, собака. Аж ешь, царь. Поставь хулиган. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая. 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Ульяна Андреевна, скажите еще раз, кто это такой? Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой, Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик. Чудненько. Ну, а это кто такой? Самозванец. От самозванца слышу. Вот так. Ну, это кто такой? Муж мой, Иван Васильевич Бунша. И тебя вылечит. Так что же, выходит, у вас 2 мужа? Выходит, 2? И оба Бунша. Оба. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. То, что вы рассказали, грандиозно. Вам, как очевидцу, цены нет. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо. Сесть я всегда успею. Андреевна, я царствовал, но вам не изменилось.
Меня царицей соблазняли, но не поддался я, клянусь. Черт побери, у нас в руках был сам Милославский. Жорж Милославский? Ну да, задержать его быстро! Сейчас. Стойте! Стойте! Держите Милославского, держите его! Абсолютно уверен, что отправил вас обратно. Торопись, торопись, князь, крути, крути свою машину. Где ж вы были все это время? Милицию замели, дело шьют. Погоня, князь, погоня, скорей, 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 господи. Бегите, Иван Васильевич, бегите. Быстрее, быстрее, Иван Васильевич! Я бегу уже, бегу! Господи, какие мои тяжкие, бегу! Сгинь, нечистая сила! Прощай, князь! Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич! Понимаешь? Он просто издевается. Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции. Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Что такое? Ах ты, хулиган! А еще очки одел! Ишь, не ты думайте, изобретатель! За это будут мерзавец! Я тебе такое изобрету, да, что ты не обрадуешься! Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все! Что это? Все мне почудилось. Или вправду было? Иван Грозный, Милославский. Ты ведь меня ж Зина бросила! Да нет, бред. Здорово меня стукнуло. А вдруг не бред? Господи, что у тебя творится? Накурил, надымил. И, конечно, еще не обедал. Ты не уехала в Гагры? Какие Гагры? Ты совсем сойдешь с ума со своей машиной. Где ты такую шишку посадил? Зина, скажи честно, где ты была сейчас? На репетиции. Хорошо. Я спрошу прямо. Ты любишь Якина? Какого Якина? Да что с тобой, Шурик? Не притворяйся! Он ваш кинорежиссер! Никакого режиссера Якина у нас нет. Правда? Ой, ну, честное слово. Ура!